железо. Колеса прогнулись. Едем. Все нормально, батареи сдали. Почти тонна. Летим дальше. Батареи тонны не получилось, где-то 800 килограмм было, плюс небольшой засор, но итого на 10 тысяч получилось. Чугун по 13700, что ли, как-то так, я что-то там не вникал особо, давно мы его не сдавали. А железо 14900. Ну, чугун чуть дешевле, чем металл, чем железо. Ну, как бы, думаю, что нормально. Аттракцион приехал. По катушке. Погода зеркут. Там самолет летит, но его не видно. Интересно, смотри-ка.